Привет, друзья, на Сандре Бекадык и... Илья Телёцка, всем привет! Сегодня, друзья, мы с Лёцкой записываем такую вот карту, называется Speed Draw, там, где надо рисовать за этот, рисовать за выделенное время. В общем, коротко объясняю. Вам дается 2 минуты или чуть больше, то есть 2 минуты с несколько секунд, и написана тема, которую ты должен нарисовать за это время. А после этого ты просто смотришь на работу других, и свою тоже можешь увидеть там и голосуешь. Там, где там будет типа 5 таких звездочек, и просто голосуешь от 1 до 5, оцениваешь картину других людей. И там, как всегда, есть первое, второе, третье место, и потом в конце показывают, кто был победителем в топ-3, типа, вот этих вот места. Мы с Леской, когда присоединились, у нас был выбор, типа, присоединиться ли к этой игре или нет, тогда еще оставалось где-то 2 минуты или несколько секунд. Но мы сказали нет, чтобы записать приветствие и объяснить вам. Как раз таки этот раунд скоро закончится. И мы с Леской побудем здесь. Ну а вы, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы и пишите в комментариях, любите ли вы рисовать. Или, например, если вы не любите рисовать, то, например, какое другое хобби вы, например, чем вы занимаетесь другим? Так, начинается! Нет, Леска, мы будем смотреть, что остальные нарисовали. А, была тема типа облака. А мы тоже можем оценивать? Можем. Но я на 4 оцениваю. Да, хорошо, ладно, я пятерочки поставила. Мне кажется, это типа прикольно, но как-то... Но из-за того, что обводка и мне... Окей, давай 3 пусть будет. Я тоже 3 поставила. Давай оценивать чисто... Чисто по-честному, не надо, чтобы мы выиграли. Мы оцениваем, потому что... Это что? Может быть, кто-то совсем маленький рисовал, скорее всего. Ну, 1 поставлю. Я их нелегко, он маленьким нубасом. Леска, может, это вообще кто-то просто приколись и нарисовал так... Ай, тут вообще ничего не видно, Леска, тут вообще что нарисовано? Слушай, да, как-то совсем выбеленная, да, такое выцвела картина как будто бы. Окей, пока все время 1. Друзья, ну где же наш раунд? А, все, так, там, короче, сейчас победители объявят, а потом мы будем. О, ну, в принципе, мне кажется, все-таки честно. Леска, получается, тут сколько людей сейчас играет? Так. 4? Окей, ладно, я пока что... Ладно, Леска, я закрыла твое место, не могу сейчас видеть сколько, но, знаешь... 4. Мы когда... да, 4 там было. Да, 4. И мы сейчас присоединились, получается 6 человек всего. Мне кажется, ура! Это норм. Типа, когда, например, мы будем... раунд начнется через где-то 10 секунд. У-у-у. И когда мы будем оценивать, нам не надо долго ждать. Леска. Ой! Ты что-то провалилась сюда. Скоро 3-2-1, и уже начнется раунд. Я так рада, потому что мне интересно, что за тема. Надеюсь, не так. Животное какое-то. Я животных вообще не умею рисовать. Животных тяжело. Пожалуйста. Ничего себе. Леска, это я. Там нуб тема, друзья. Просто посмотрите. Так, а как нубик мне менять цвета? Скажи, пожалуйста. А там есть палитра. Угу. Понятно? Да, понятно. Сейчас я ее найду только. А, ты нашла? Нашла. Угу. Окей, все, теперь нет проблем, да? Угу. Леска, я себя нарисую. А. Друзья, ну... Такая прикольная тема. Только начали, и уже прям то, что надо. Фух, хорошо то, что не животные. Знаешь, Леска, это, конечно, совсем другой случай, но я один раз играла в Авада, и когда я в него играла, я так говорю сама себе, хоть бы сейчас не был... Вот серьезно, в Авада нельзя предсказать, какой режим будет. Я так говорю сама себе, типа, что-то по типу того, то, что хоть бы не такой-то режим был бы, и в итоге этот режим настает просто. Ничего себе. Слушай, Нубик. Так, сейчас. Ой, что такое маленькое все. Опа. Ты можешь увеличить размер кисточки. Да, я пытаюсь тут разобраться. Вроде получается. Слушай, Нубик, тут надо несколько раундов еще так. Как бы это самое, это... Что? Ну, на то, чтобы правила изучить, все дела. Правила? Ну, типа, как инструментарием пользоваться, кто, чего, куда. Леска, я так люблю рисовать. Да, ну, Басина, это твоя тема. Так. Так, и мне нужно маленькую теперь кисточку, такую малюсенькую. Так, Леска, тогда ты можешь там. Опа. Так. Так. И чуть-чуть поменьше. Сейчас сделаем вот это вот тенечко. Такие будут. Да, вообще, Нубика прикольно получается обычно рисовать.
да, Наташа? Нет, спасибо. Так, что осталось? Слушай, у нас времени совсем мало остается. Да, все-таки 2 минуты это не так много, оказывается, как я думала. Да. А, так. Так, оп, 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 оп. Так, и вот такая штука. Сделаю такой день. Я очень сконцентрирована, нельзя, я так молчу. Так, вообще что потом говорю? Не знаю. Концентрация. Так. Сейчас, так. Так. Слушайте, друзья, это прям просто в тему для нубика-кубика тема. Да. Я поняла то, что многие, типа, на карте нарисуют нуба, типа, из Роблокса или из Майнкрафта, я не знаю. Просто какого-нибудь нуба, но я... И они, наверное, не поймут, почему я им такого нуба нарисовала, но я пойму. Ну, если это будут наши подписчики, они точно поймут. Да. Вот из Роблокса нуб. Но, если честно, задумка прикольная, но я, если честно, за то, как нарисовали, ставлю... 2. Пусть 2 будет, окей. Так. Что резко, правда? Тоже прикольно, кстати. Как мило! Мне кажется, 3. Ну, не идеально, но с ногами короткие. Такие, знаешь, тени переданы, я... вот простой линии, да. Ну, молодцы. Я честно оцениваю. Так, ну пусть будет 2. Балди какой-то. Я честно оцениваю, да, слишком длинные ноги. Я мы тоже, конечно, столько. Не рисую прям идеально, чтобы так оценивать и все такое. Но говорю как есть. Если ты... Да. Ну, окей, тебе 5, потому что я люблю все портреты меня. Друзья, если вам интересно, можете тоже нас рисовать и с какого-то сайта присылать наши арты. Страшно. Это кто? Это из Stray Kids. Ну, это не ты же рисовала. Написано же. Ну, окей, Так, слушай, нас что, столько много участников? Да, участников столько много стало, окей, 1, ну, серьезно. Интересно, кто сейчас победитель? Когда же моя? Что ты там такое интересное, красивое нарисовала? Почему моя последняя, что ли, самая? Это ты рисовала? Да. Я сразу узнала Нубика по почерку рисунка. Почерк? Ты знаешь мой почерк рисунка? И... Леска, ага. Прикольно, Леска. Да. Я постараюсь абсолютно всех иммунизировать, типа. Пожалуйста, пожалуйста, первое место. Реально? Да, поздравляю! Спасибо, Леска, ты можешь посмотреть? Ты на 5-м, ну окей. Ну ладно, у меня там не особо было, как бы, на самом деле, фигово нарисовано. Но за тебя очень много проголосовалось, ты 17 звезд набрала. Окей, спасибо. Поздравляю! Большое. Леска, попытаюсь все рисунки абсолютно хуманизировать, потому что этот... ну, например, если там будет тема, я не знаю, там, грустная, либо счастливая, то я нарисую в виде человечка. Давай, слушай. Потому что я очень люблю. Или, например, если там будет... Например, я не знаю, я надеюсь, не животное какое-нибудь. А, животное в виде человека нарисую. Так, давайте, пожалуйста, пожалуйста, тему скорее. Так. О! Арбуз! Так, интересно. Я знаю, что делать, я надеюсь, я успею. Так, у него же зеленая, это кожурка, да? Так, давайте нарисуем. Подождите. Так. 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 Так, давайте так. Зеленый. Концентрация, да, максимальная, трудно в этот момент говорить, когда рисуешь. Да. Еще Нубик считает. Это трудно. А за тобой наблюдают еще ребята, которые смотрят сейчас тебя, да? Да, друзья, я знаю, вы наблюдаете сейчас. За каждым твоим мазочком смотрят, как ты там. Да. Надеюсь, вам нравится, и вы уже знаете мою задумку. Пам-пам-парам-пам-пам-парам. Тоже такая летняя тема, да, сейчас, когда жарко и хочется чего-нибудь такого. Кстати, арбузного. Это новые темы. Раньше они могли повторяться, но сейчас уже новые темы. Так, остается нормально еще времени. Так. Так. Не знаю, вот эта вот полоска. Слушайте, ребят, я рисую как нубас настоящий. Так. Так. Сейчас. Так. Реально концентрация не можем, да. Мы говорить.
Так, ничего страшного, сейчас мы вернемся в студию. Но за тобой наблюдают, так что я думаю, интересно тоже смотреть. Да, так. По-моему, надо еще потемнее. Так. Минута осталась. Ё-моё. Трудно вести вот так вот ровно линию. Рука дрогает. Да, потому что это трудно. Слушай, я тут еще так не особо инструменты изучила, честно говоря. Леска, тут просто карандаш обычно, зачем тебе другие инструменты? Я вот просто рисую обычно и все, выигрываю. Так. И, пожалуй. Так. Надо вот такой какой-нибудь цвет. 30 так. секунд. Надеюсь, я выиграю, хотя это не главное. Просто, так веду. Так. Так. И хочется еще тени, но я, наверное, уже не успею. Ой. Так, слишком толстый какой-то сделал. Опа. Ужас так, какой-то надеюсь, у меня получился. Надеюсь, у меня получится нормально. Так. О, красиво достаточно, мне кажется. Хоть и простенько, но достаточно прикольно. Мне нравится. Так, давайте дальше. Так, ладно, три. Ну, как-то, знаешь, есть какой-то объем, как будто бы есть. Да, был объем. Куда? Нет, хоть там эти нет, а почему-то объем как-то виден, не знаю. Ты знаешь, меня всегда удивляет, когда люди рисуют, я такое даже в школе вот замечала, они рисуют на большом листочке, где-то в уголочке маленькое что-нибудь такое. Ну это я. Нет, ты когда картину рисуешь, ты занимаешь все пространство. Да. Все, окей. Так, пусть это два. Арбуз неровный, но тень прикольно. Прикольная тень, кстати. Это я рисовала. Давай не будем говорить то, что рисовал. Это тапочка какая-то. Не, ну за тягу к автоме 3. А за арбуз 1. 5 звезд. 5 стар. Эва спрашивает у нас, а я так нельзя, одна звезда. Так, где там номер? Арбуз этот, долька какая-то стеклянная такая получилась, да. Если честно. Потому что она какая-то, знаешь, такая, там блики такие были. О, это видимо, человек пытался изобразить то, что он ест арбуз. Это больше на какую-то чашку с какими-то семенами похоже. Ой, я забыла. Проголосовать забыла? Это ты? Да. Да. Твой почерк. Прикольно, целая картина. У Нубика всегда присутствуют лица, любит она лица рисовать. Я обожаю просто. Ой! Барабанная дробь. Что, опять что ли? Как так-то? Поздравляю. Сколько у меня звезд? 16. Леска, ты на 6-м. Ну ничего, уже поднялась с 7-го, по-моему. А, или опустилась наоборот. Ну, так это стадобище у меня вообще, у Лески. Это не знаю что. Где ты тут, Нубесина? Привет! Это я! Привет, у тебя лицо смешное, кстати. Я знаю, спасибо. Пойдем на шариках попрыгаем. Так, слушай, а давай подумаем, какая может быть примерно следующая тема из разряда чего? Я не знаю. Я? О, смотри, Леска, у меня новый уровень арти. Ты не видишь у меня, но я вижу, сама уже... Вижу. Арти это типа уже художник какой-то типа. Слушай, ну молодец, у тебя много звезд. Так, тему мы так и не успели отгадать, сейчас... Собака! То, я еще думаю, хоть бы не животное. Я нарисую опять. Потому что я знаю то, что это... Ладно. Начинаем. Так, друзья. Окей, нарисую человека просто с ушами. Серьезно? Кто запрещал? А кто запрещал? Ну, свобода творчества. Это же наше воображение. Арбуз же тоже... Типа, я же тоже его как-то феминизировала. Так. Рисуем лапку. Так. Опа. И закругляем. Жалко то, что 2 минуты дается. Это так мало, если честно. Ну, согласна. Ой. Что-то у Нубика падает. Нубик сам не упал? Не упал? Ты упал. Упал Нубик? Да. Да.
Сейчас будет супер-мега-собака. Так. Так. А вдруг кто-то попытается скопировать мой это, то что, заметьте то, что я выигрываю? И начнет копировать. Слушай, это сказать только легко. Так взять и скопировать. Не, ну я же это просто... Я реально набросала что-нибудь, я даже не знала то, что я выиграю. Не, это сложно сделать. Вот так взять и повторить за человеком, это как, я не знаю, почерк повторить, это просто нереально. Да, кстати, я еще иногда, когда смотрю в соцсети, я вижу, кто-то так рисует, хочу повторить просто стиль. Я не копирую их, друзья, но просто хочу стиль повторить по стилистику. Но у меня совершенно что-то другое выходит. Хоть я и неплохо рисую, но это как почерк повторить. Например, человек может хорошо писать, но почерк что-то повторить не может. То же самое. Да. Так-так-так. Минута остается. Окей. Так, друзья, и, конечно же, не забываем про одну штучку. Так. Так. Взяла вот такие вот штучки. Так. Так. Концентрация максимальная. Опа. А, еще же кое-что я у собаки забыла. Хвостик? Да. А. Так, всем так. Так. Да почему-то в конце так особенно прям не хватает так. Времени всегда. Так. Ерунда какая-то получается. Да вы что, серьезно? Я не успела дорисовать. Опа. Ладно, так. Интересно, потому что... Я знаю, это из какого-то мультика. Из мультика. Мне кажется, оно выиграет, но я сейчас 105 ставлю. Серьезно, я знаю, возможно, я не выиграю, но... Так. Винни-Пух. Ладно, два. Кто-то свою подпись ставит. Заметила, на каждом рисунке есть эта буковка. А, да, L. L. Что значит L? Не что-то знаю. Именно L начинается. Ух ты, или прикольно. Леска, может быть, это Леска. Да, но это не я была. Ой, Леска, ты? Нет. 11. Ну, окей, два. Да нет, оценивай объективно, а то нечестно получается. Тем более я не рисую. О, это нубейсинка моя. Прикольно ты рисуешь, кстати, это вообще. Спасибо. На самом деле, еще с помощью вот этого надо нарисовать, считаю, вот, когда ты мышкой просто... Да, кстати, просто... вот так вот с мышкой очень сложно, она дергается. А вот в реальной жизни... Ой, ты рисовала? Ты? Ой, я... Ну, три. Да, я вот, да. Видишь, я говорю, мне тут надо сидеть. Эх, шарик. Тут внизу точечка, видишь? Один. Да. Окей, так. Все? Стоп, я же в самом... Ой, хаги-ваги какой-то. Угу, да, что-то... Ладно, чисто один. Человек прикольнулся, по-моему. А теперь, мне кажется, я вообще не буду ставить. Некоторые... О, нет, я обратно не могу отставить. Да, уже все. А сколько... О! Ух ты, я на третьем? Ничего себе. Я не ожидала, друзья, спасибо, кто за меня голосовал. Слушай, ну мы так мы с тобой одинаковые позиции, почему мы с тобой вот так смотреть? У нас с тобой звезд одинаковые по 13, видела? А, да, то есть, окей, все. Ну непонятно, почему меня поставили, то есть в чем смысл был там, или да. И ты, и я. У меня просто раунд по 2 минуты, поэтому, мне кажется, еще надо несколько раундов сделать. Слушай, ну еще точно один будем делать, потому что прикольно, мне понравилось. Я вроде так немножко к аппарату привыкла уже. Леска к аппарату привыкла. Давайте так, попробуем. Так, ладно, я точно не буду в человеческом стиле, потому что всем надоело. А, ёжик. Окей, я знаю, что тема. Это... Мне даже самой надоело рисовать. Так, ёжик. Так. Так, рисуем каждый, его сначала. Каждый в какой-то своей сфере хорош. По-своему. В своем стиле? В сфере своей. Или имеешь в направлении рисования? Направление рисования. Ух ты, нормально, так-так.
Так, рисуем ему. У него же такой носик маленький, да, носик? Как у меня. И глазки маленькие. Я сейчас нарисую, мне кажется, человек никогда в жизни не догадается, какую ерунду нарисую. Ну, Хёмин, что это? Так. Рисуем, рисуем. Так, давайте. Ой, зачем я туда вылетела? Куда? Да у меня рука дернулась, у меня туда иголки у него аж куда дальше, чем сам ежик улетели. Слушай, вот 2 минуты, а потом резко раз смотришь, уже несколько секунд. Вот как-то время прям быстро летит, да? Ага. Так. Ну, бег сосредоточен. Мне кажется, ты вообще не догадаешься, кто. Типа я... Ты изменила стиль до неузнаваемости? Я, типа, я имею в виду, я не в человеческом стиле сейчас рисую. А, ну ладно, хорошо. Так. Где этот цвет? Так. Ну что за ерунда? Так, и должна быть вот эта штучка. Так. Опа. А время тем временем у нас убегает и убегает. Так. Так. Так, сейчас остается, получается, 50 секунд. У меня какая-то чупакабра. Угу. Чупакабра — это наше все. Так. И рисуем вот так. И еще что-нибудь прикольненькое. Я все-таки человеческим все лучше всего рисую. У нас сегодня, считай, уже 2 животных попалось. Да, кстати, а бывало так у тебя что-то столько животных или как? Или по-разному бывало? Типа бывало то, что попадалась корова, собака точно, кошка, угу. Рыба. Короче, животных много. Угу. Так, вот такая у нас штука. Опа. Чуть-чуть так, тоже не успела. Все, раунд закончился. Ой, ой, о, какой смешной. Он миленький. Если честно, то 4. Миленький. Да. Если честно, то иголки у Ежа не чисто такого черного цвета. Они такие более, как у нарисунки. Они серые? Не, они серые. Вообще коричневого, светло-коричневый, да. Слушай, мне кажется, они тоже ежи разные бывают. А, да, точно. Я один раз ежика видела. О-о-о! Леска, ты рисовал? Нет. Почему? Ну, он очень классно рисован. Эх, Леска, это точно выиграть. А мы проиграть. Точно. Ой, это что, это за... что, эклер? Это реально эклер какой-то. Реально? Если бы была бы тема эклер, этот человек бы победил. Ладно, одна звезда. За эклер одна звезда, я люблю эклеры. Это этот, как его? Этот, муравьед. Муравьед? Реально муравьед. Кстати, у меня была такая идея. Это что такое? Я говорю, мне... Это ненормально. Что это? А как это смотреть? У меня была такая идея еду на иголках нарисовать, но мне лень стала. Ой, такой миленький. Да, прикольно. Это ты? Мне нравится. Голос. Голос изменился. Что, прикольно рисовал? Реально голос изменился? Это так заметно? Сразу. Ой. Так. Поздравляю. А где я? Почему слева. Я невидима. Нет, я невидима у себя. Да? Леска, ты на 4-м месте. Ну, почти. Давай еще один раунд прорисуем, что там будет. Давай. Но я не знала то, что я выиграю, на самом деле, попаду в топ-3, потому что мне, как мне, не понравилось. А как у меня плеска, кстати, ты говорил, голос меняется? Как у меня голос меняется по типу там... Притворнический. Обычно... Как ты это определяешь? Ну, не знаю, просто я знаю тебя на басе, на тарамбасе. Давно знакомы просто? А, леска. Так, на басе, на леска. Так, давайте. Кто там попадется? Ай, подожди, ай. О, призрак! Mm.
Интересная тема. Так, слишком толстая линия. Так. Так. Слушай, тут надо сразу рисовать, прям максимально быстро идею взять. Я уже рисую. Я тоже, да. Так. Так. Ух ты. О, что такое? Да я хотела стереть часть, у меня все удалилось. Ой. Может, у тебя ластик слишком большой? Ну да, он такой у меня толстоватый. Слушай, я что, даже не знаю, как этого призрака-то рисовать. Как одеяло нарисую, я не знаю. Да вот я тоже так начала, но что-то мне как-то не нравится. А... Так. Так. Прям-пим-пим-пим. Так, надо поменьше вот это дело. Чтобы еще добавить. Так. Опа. Когда берешь тоненькую, она такая прям какая-то жесткая, такая островатая вся получается, да? Да. Кисточка. Так. Получается так, я хочу сделать так вот. Так. Так. Да, кстати, островатая такая получается. Ну. Сколько там? О, осталось несколько секунд уже. На самом деле, очень нравится. Мне кажется, это даже люблю больше, чем самое первое. Что я сейчас рисую? И нарисуем вот такие штучки. Так. Так. Знаешь, что мне что тут не очень нравится в момент? Что? Цвет теряешь, то есть ты хочешь потом вернуться к этой же палитре? Да, тут кстати, можешь... например, да, когда заполняешь, у меня с глазёшком была проблема из-за этого, мордочка так, типа, я не хотела так делать, типа, то, что разный цвет. И получилось как тень, наверное, некоторые подумали, что это как тень, но на самом деле не было такой задумки, просто я цвет не смогла вернуть, типа, добирать тот же самый. Вот-вот, да. Ой, скоро уже. 4, 3, 2, 1. Да. Вот это у меня страшилище, конечно. О. О, я так и знала то, что кто-то напишет Бу. Кстати, я тоже написала. Опять Л. А, ну это мальчик какой-то рисует. Окей, один. Просто форма, если честно. Ну пусть два, здесь хотя бы лучше. Но все-таки я, если честно, призрака... По-другому представляю. Вы знаешь, когда человек на себя одеяло такое надевает? И меня вообще так представляю, я не знаю. О, достаточно прикольно, три. А ты сколько оцениваешь, тоже говори. Да, три тоже поставила. Окей, давай просто говорить так. Сколько? Пим-парам-пам-пим. О, какой миленький. Такой прикольненький. Так. Четыре поставлю. Два. Что резко? Я честно оцениваю. О, плачущий. Бедненький. Пусть будет три. Не из-за жалости, просто три. А он несчастный. А я нисколько не могу тут оценивать. Это твое, потому что? Да. Это какой-то таракан. Чупака. Это, кстати, знаешь, тот человек, который ежика черно-желтым нарисовал. Какой-то просто вот человек воображение вообще, ну, прям имба. Это ты. Откуда? Слушай, он прям на какого-то жирненького. Я знаю. Смешно, ну, ты изобразил. Же. Он сам как будто напугавшийся, знаешь, так выглядит. О. Я в этот раз один раз только, и то была на самом последнем месте. Стыдобище, Леска. Ну что, друзья, Леска. Наверное, Леска здесь там уже... Месте. Леска вообще где-то валяется внизу, там уже вся рассыпалась. Ладно, друзья... Пора на этом заканчивать всем. В общем, так вот сегодня у нас получилось. Было очень весело. Пишите в комментариях, какой из нас из Лески...
В общем, какой наш советский рисунок вам больше всего понравился? И просто ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И всем удачи, хорошего настроения. И пока-пока, друзья! Всем пока-пока!